Фотосессия с фламинго дала результат. Накануне мы рассказали историю жителей домов на улице Малая Горная. Там, как уверяли люди, уже несколько месяцев проезжую часть украшает метровая яма. По словам жителей, образовалась она в результате работы коммунальных служб, которые не убрали за собой. Яма стала ловушкой для автолюбителей. От отчаяния саратовцы решили привлечь внимание к своей проблеме нестандартным способом. Они написали «Девушке с розовым фламинго». Анна Москвичева согласилась провести фотосессию на Малой Горной. Наша съемочная группа сделала сюжет на эту тему, после чего один из жителей написал девушке, что ночью на их улицу приехали коммунальщики и за несколько часов сделали то, что не могли сделать за несколько месяцев. Вот эта яма была вчера, но сегодня, как видите, уже ее закопали. Я так понимаю, это после вчерашних новостей с фламинго. Ну вот, видите, результат все-таки есть налицо. Ну, как ее закапали, я не видела. Я думаю, что хотя бы так надо достучаться до властей. Видите результат? То есть это действует, это работает, результат налицо. Акция, по словам Анны Москвичевой, будет продолжена, так как фотосессия получила отклик от горожан. Девушки начали писать с просьбами о помощи вместе со своим фотографом Светланой Варфоломеевой. Анна уже составила список адресов, по которым планирует проехать, чтобы сделать очередной фотосет.